100 лет назад в центре Ростова-на-Дону на площади Нового базара стоял храм Александра Невского. Построенный в византийском стиле на средства горожан, храм вмещал 1500 верующих, обладал удивительной акустикой и считался главным украшением города. Святыня, на возведение которой ушло почти 16 лет, была в одночасье разрушена в 30-х годах прошлого столетия. И вот сегодня, по благословению владыки Меркурия, принято решение восстановить храм. Построить храм на прежнем месте не удастся по ряду причин. Приход Александра Невского возведут на проспекте Космонавтов. Это будет новая церковь Северного района. Ворошиловский район, его население 230 тысяч, а в нем всего 3 храма. Поэтому я думаю, что этот храм будет востребован. Строительство начнется в сентябре, а пока горожане общими усилиями возводят малый, без единого гвоздя, деревянный храм, который войдет в храмовый комплекс Александра Невского. Кто-то покупает колокола для храма, кто-то проводит воду, кто-то оплачивает бревна, кто-то занимается кровлей. Все участвуют, все у своих возможностей. Торжественное открытие малого храма запланировано на 16 сентября. Он сможет вместить до 150 верующих и, возможно, в будущем станет детским. Заглянули в чертежи и побывали на месте строительства храма. Алена Решетняк и Алексей Бабичев.